В гостях представитель компании SkyTrend Дарья Павлова. Дарья, расскажите, пожалуйста, немножко о вашей компании и какие цели вы преследуете на выставке CPM. Всем здравствуйте. Наша компания занимается производством мужской и молодежной одежды, но это не классика, то есть это современный casual, смесь альтернативки и, в принципе, ну, чего-то понятного, да, для потребителя. Мы находимся в Краснодаре, у нас производство. Выставляемся мы на Wildberries и свой интернет-магазин на skytrend.ru. Цель на CPM, естественно, расширить представленность по стране, найти оптовых клиентов, которым также будет интересна наша стилистика. Скажите, пожалуйста, какую линейку, какую коллекцию вы привезли с собой на выставку CPM? Мы сейчас привезли с собой актуальную коллекцию весна-лето 2020, которая уже, в принципе, сейчас отшивается и уже вот-вот в продаже. Скажите, какие отзывы вы получаете от клиентов, которые приходят, видят вашу коллекцию? Ну, хорошо, что нравится. На самом деле, хороший тоже фидбэк, потому что, ну, люди, которые работают с клиентами, это важно, да, то есть где-то по материалам, которые могут подсказать что-то интересное, да, детали добавить или наоборот убрать, или подтвердить то, что, да, мы уверены были, ну, в тех моделях, которые, ну, прям надо запускать в большом количестве. Дарья, как я понял из вашего рассказа, вы присутствуете только на онлайн-площадках, а офлайн-магазины у вас есть? Нет, сейчас больше, в принципе, интереснее именно онлайн-площадки, то есть это либо, ну, наши интернет-магазины, да, там, то есть Wildberries, и вот мы сейчас будем в процессе выходить на LaModa и подобные, и вот сами тоже, да, то есть проще отправлять вот таким образом. Сейчас, ну, всем удобнее, потому что очень там мало времени, люди проще дома прийти, померить и все, то есть без похода в магазин. Вот магазин стал, к сожалению, для многих, ну, жителей больших городов. Краснодар тоже достаточно большой город, мы по себе знаем, что, ну, как бы больше как развлечение, чем так, в таком формате. Дарья, спасибо вам огромное. Я не могу вас отпустить без главного вопроса. Где можно прийти и посмотреть вашу коллекцию, потрогать, пощупать своими руками? Сейчас. Да, на выставке CPM. Сейчас у нас стенд 74А24, и это, получается, зона стартап. Спасибо.